Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я готовлю чипсы в микроволновке с тремя вкусами. Для этого мне понадобится 600 грамм картофеля. Нарезаем ножом для чистки картофеля или натираем на терке. Заливаем холодной водой и хорошо промываем от крахмала. Так я проделываю два раза. Стол застилаем любой бумагой, несколько слоев, это для того, чтобы с картофеля убрать лишнюю влагу и крахмал. Выкладываем все кусочки на бумагу. Также накрываем сверху и пропитываем, чтобы убрать лишнюю влагу. Все кусочки перекладываем обратно в миску. Добавляем 6 столовых ложек растительного масла и хорошо перемешиваем. В виде приправ я использую соль, паприку, сушеный укроп и курицу. Тарелку из-под микроволновки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем кусочки. Сверху посыпаем слегка солью и сушеным укропом. Отправляем в микроволновку на 5-7 минут. У меня микроволновка 700 Вт. И жарим до вот такого золотистого цвета. Также мы проделаем со всеми остальными чипсами. Выкладываем картошку на пергаментную бумагу, немножко солим, добавляем немного паприки и отправляем в микроволновку. Также немножко солим и добавляем куриную приправу и отправляем в микроволновку. И вот так мы проделаем со всем картофелем. И чипсы готовы, они получаются намного вкуснее, чем покупные. Так что попробуйте приготовить. Мне в этих чипсах нравится то, что они без всякой химии. И моя семья оценила. Так что пробуйте, готовьте, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием. Не забывайте нажимать на колокольчик и делиться видео со своими друзьями.